Я не хочу ничего решать. Я хочу пиццы. Так, кто ты? Кто-то за счет меня деньги, бабки зарабатывает, да? Ах, да. Сволочи. Да, миллионы. Nothing. Где бабки, да? Дело перезагрузки. Самвел, интересно, а что этот человек делится моим эфиром в Ютубе? Что, деньги зарабатывает, да? Делится. За счет меня? Вообще-то уважаю, умно. Умно, конечно. Видишь? Да какие там дебил. Деньги, сиськи показал, тогда деньги знаю, поперли бы, я осуждаю. Привет, дедушка. Недавно прошла экстремальный затоп часов ловек с дверей. А Н мягкий знак, игра понравилась. Делай перезагрузка. Самвел, подожди. Самвел, не надо. Здравствуйте, у вас волосы вьются, да, мята? Самвел пишет, делай перезагрузка. Перезагрузка система. Ох, какой женщин. Ух. На вас заработали 15 тысяч рублей. И кому это в карман полезло, интересно? Мистер Брэдман, передаю вам вот привет. У меня здесь гроши. У меня грошики, вот они куда сыпятся, ах. Да, мята, заткнись, да. Пена. Я вас не слышу. Ну и слава богу. Нису Сухачеву из Самары. Так, уважаемые. Бывшие заключенные и не очень бывшие. Можно я буду вести свой эфир как-то по-человечески нормально, да? Вы ворвались ко мне в эфир без приглашения. А ну-ка все вон отсюда. Я очень рада за этого кого там, который заработал на том, что делится моим видео в Ютубе. 15 тысяч рублей, рубликов, да, заработал человек. Ну, я очень рада за него. Вон все отсюда. Сейчас, ладно, все уже, хватит. Вы засоряете мой эфир. Ладно? Русский не понимает, пиши по-армянски. Ева, привет. Привет, тезка. Вы Денису Петрову очень понравились. А кто он, Денис Петров? В Нигерии живет, да? Дай волокасу, что Алик из чата его попустил в зомбу. А что такое зомбу? Опять пошла эта воровская лексика. Я не понимаю вашу воровскую лексику, да? Вы на литературном можете общаться? И вообще, засоряйте мой эфир, вон все отсюда. Что себе возомнил этот я армянский хагрид? Я рада, что вы заработали денег на том, что поделились моим стримом в Ютубе. О, вау, молодцы. Сейчас все вон отсюда. Я устала вас блокать уже. Я уже реально устала вас блокать. Он сидеть. Хочет под столом с вами сидеть. У меня нету стола. Денис Сухачев, вор, он из Самары. Ну, я представляю, что он вор, потому что он у меня мой эфир ворует, сволочь. Угу. Мой эфир ворует. Вот мой. Мое драгоценное время ворует. Конечно, вор. Да? Кто? Кто? А кто там, что украл? Кто? Ну, кто Иван, там? Привет. Что за бренды? Вы тоже, да, вор? Все Иваны воры. Ой. Вы знаете, с вами даже по-человечески невозможно общаться. Я украл твой кефир. Ну. Малакас и Алик из чата, эти два вора, они крадут. Юля, зачем вы уходите? Ну, пускай они сейчас... очистите, пожалуйста, атмосферу мою, моего эфира, ладно? Уже хватит. Ну, посмеялись, лайкнули, 15 тысяч заработали. Ну, хватит, все, потопали все по своим зонам, по своим камерам. Быстро, все по своим камерам разошлись. Я не понимаю, что происходит. Как не понимаешь, Юля? Какой-то бандит делится моим стримом в Ютубе и деньги зарабатывает на этом. Потому что у него уже
этих креатива не хватает, что показывать по своему каналу. Меня показывает. Чего ж ты так посидела? Гришка, это вы украли сердце Валерия Жмыщенко. Да кто такой Валерий Жмыщенко? Цирк только начался, пожилая воровская концепция смотрит вас. Так, и сколько вас тут сидит этой пожилой воровской концепции? Я вор из ОПГ Пенис. Я здесь главный. Слушай, Наруто, главный тут я. Наруто, блядь. Ты у тебя в камере там главный. Главное я тут, понятно? Которая делится, которая типа... Так, Валерий, это Денис Хватёв. Слушайте, Иван, вы уже третий раз говорите одно и то же. Ну, уже неинтересно, знаете? Я поняла. Так, вы говорите, что это, что мы уже заработали не 15 тысяч, а 30. Типа с каждой минуты 15 тысяч прилетает. Что за интересные выражения? It looks like a convict who has a YouTube channel has shared my stream and all his convicts or his mates are watching me now. Fun, isn't it? Which do you own? Oh, look, he has already earned 45,000 rubles on streaming or sharing my stream. 45,000! Well, I told you, you're a stupid fool. You should have done YouTube yourself. I kept telling you. Ну, я рада за него. На чем он будет тратить эти деньги-то? Вот он, блядь, вся Чакировская бригада. А что такое Чакировская бригада? Это где? Питер, привет. Артур, передай. Артур says hello to you. Hello. Hello. Украинские земли вызволяйте. Яша Лава передает вам привет. Альберт Зимченко is authority from Samara City. Well, you don't have to translate me. I understand Russian very well. Thanks. Thanks for translation, да? Какой-то Дмитрий Сухачев делится моим видео в Ютубе сейчас и деньги зарабатывает. Ну, что сказать? Умный парень. А зачем мне такие факты? Мне абсолютно неинтересно. Ну, он то, что злодей, это понятно. My life, my rules. Чакировская бригада хочет вас пустить по кругу. А не хочет эта Чакировская бригада идти в жопу? Не хочет? А я запущу английскую разведку на вас. Угу. Кого, блядь? Посмотрю я на вас, как прыгать будете. До копейки будете платить. До копейки. Поняли, да? Хорошо, не буду. Все. Все деньги идут на Матабу. Этот бандит уже 2000 заработал. На меня? Знаешь, что я тебе скажу, бандит? Да чтоб... Да чтоб эти деньги у тебя остались здесь, в городе. Понял? Нету денег. Нет, Неинтересно. Да. What are you doing? Неинтересно. Один способ бороться с этой нечистью, не обращать внимания. Они могут заработать до миллиона на одной трансляции. Буду иметь в виду в следующий раз. Спасибо за информацию. Что ты умножаешься до их уровня? Can I have the bagel? Yes, you can, please. And can I have the other half? Ту-ту-ту. Неинтересно. Деньги украинцам отправляют, чтобы Байрактары закупать. Это что, правда, что ли? Правда? Перезайдите, Ева, это тролли. Да не тролли это. Это не тролли. И пойдут на гуманитарку беженцев Донбасса. Нет, Рамзан, я не думала, что... Я думала, эти деньги будут... Он будет просто тратить на всяких баб, на наркоту, на что еще. Так, британская разведка работает. Он обнаружен. Вор Денис Хачева, Алина Мамедова.
Все, неинтересно. Неинтересно. Мотоблоком. Мотоблок. Это знаете почему? А потому что я имела смелость зайти в гости к какому-то экземпляру сегодня. Но он выглядел реально экземпляр. Он говорит, давай в личке общаться. Я говорю, я не общаюсь в личке. После этого началось. После этого началось. Слушайте, на вас управы нету. На вас уже Глад Валака заработал 100 тысяч рублей. Спроси у него, на что эти деньги тратить будет. На пиво там, на рыбку вяленую, на мотоблоки. Да. На вас уже, я это уже слышала. Да, на моду. Прощаю, эти бандосы рубят на вас бабки. И пожилой ОПГ Пеннис во главе с Денисом Сухачевым заработала уже. Еще раз повторяю, чтобы эти деньги у тебя вот здесь были. Денежки сыпятся, пока ты сидишь там, седая, в своей Британии. У меня, блядь, денежки сыпятся, денежки, блядь, по денежке сыпятся, блядь. Заработал ты эти деньги. Эти деньги тебе прямую дорогу в ад отправят. Я очень рада, что я помогла, чтобы ты пошел прямо в ад. Понял, да? Денис, Ева, как дела, как настроение? Алла, привет! Среди этого мрака я увидела светлое лицо Аллы. Ты элизлся, 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 ты элизлся. Алло! Ты элизлся. Да, да, на Сбербанк. Сколько? Надо было еще минутку побольше. А сейчас 150? Бля, до 200 минутку не до... Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, ладненько, хорошо. Да, все.